Президент Египта Абдель Фатах ас-Сиси, который находится в нашей стране с официальным визитом, сегодня побывал в Министерстве обороны России. Экскурсию провел глава военного ведомства Сергей Шойгу. Высокий гость, прежде сам министр обороны, и представители египетской делегации посмотрели, как работает командный пункт, как налажена связь с регионами из зала для селекторных совещаний. Кроме того, побывали и в комплексе, где получают данные со спутников. На память Сергей Шойгу подарил президенту Египта военный сувенир – миниатюрную копию пулемета «Максим». Он не декоративный, из него можно стрелять. Дети мне дают, он действительно действует и стреляет. А если понадобится боеприпасы, откуда получить? Звоните. Ну а накануне своего египетского коллегу принимал в Кремле Владимир Путин. Это была уже четвертая встреча лидеров. Обсуждались важнейшие аспекты двусторонних отношений, включая торговое и экономическое сотрудничество. Речь шла о планах по созданию в Египте российской промышленной зоны в регионе Суэцкого канала. А также говорили о свободной торговле между Египтом и Евразийским экономическим союзом и использовании национальных валют во взаимных расчетах. Кроме того, президенты обменялись мнением по вопросам борьбы с терроризмом и ситуации в регионе в целом.